Доброе утро. С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. В моей квартире прописаны сын, сноха и их несовершеннолетний ребенок. Они уже довольно давно переехали в свою квартиру, но выписываться из моей отказываются. Ссылаются, что у них нет времени. Мне уже надоело за ними бегать. Скажите, я как собственник могу выписать их из квартиры без их участия? Выписать, а точнее снять с регистрационного учета из своей квартиры без участия выселяемых, возможно только через суд. То есть вам необходимо подать исковое заявление с требованием о выселении либо признании утратившим право пользования квартирой, в зависимости от обстоятельств. Необходимо учитывать, что если члены семьи собственника проживают совместно с ним, ведут общее хозяйство и у них нет другого жилья, выселить их будет практически невозможно даже при обращении в суд. В вашей же ситуации родственники самостоятельно выехали на другое место жительства, и если квартира им принадлежит на праве собственности, ваши требования обязательно удовлетворят, несмотря на то, что в составе семьи есть несовершеннолетний ребенок. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obl.ru в разделе телепередачи «Наше утро». И хорошего вам дня!